Коллеги, посмотрите, что я нашла! Это же Флорес Шамамилай, а по-простому ромашка. Выделим из нее экстракт и сделаем на его основе какой-нибудь крем. Девочки, мы же на пороге великого открытия. Надо это дело отметить. Надо, но позже. А пока за работу. Действительно, природная косметика обязательно найдет своих ценителей. А таких с каждым годом становится все больше. Ведь каждому хочется как можно дольше сохранить свою молодость и привлекательность без вреда для здоровья. Коллеги, коллеги, смотрите! Это же подорожник! Ну, конечно, нашей косметической линии его так не хватает! Точно! Чем понятнее ингредиенты, тем лучше! Но надо же уже отметить! Качественный продукт с акцентом на отечественное происхождение. Отличная идея. В основе линии знакомые с детства рецепты настоев из трав и ягод, эфирные масла и растительные экстракты. А главное, что содержание натуральных компонентов во всех препаратах 98%. И никаких красителей и продуктов животного происхождения. Особенность этой линии заключается в том, что при ее производстве не используются минеральные масла, различные синтетические одушки, все полностью натуральное. Данная косметика богата большим количеством витаминов, минералов, природных экстрактов и питательных масел. Большая ассортиментная линейка поможет вам подобрать продукт именно для вас. Коллеги, так это же овес! Как-то не свойственно для этой лесополосы. А у меня идея. Мы сделаем из него лосьон для снятия макияжа. А когда сделаем, обязательно отметим. Да, отметим. Только сначала, помимо овса, в лосьон еще добавим васильковую воду. Этот тандем подойдет для самой чувствительной кожи. Он успокоит и смягчит кожу век и, естественно, полностью удалит макияж. А вообще, юные ботаники, придется дальше в лес идти. Например, за кедровым орехом и уссурийским хмелем. На их основе сделайте скраб для лица, который будет обладать регенерирующим и успокаивающим действием. Девочки, нам срочно нужно на море. Коллега, мы еще открытие не совершили. Какое море? Вы меня не поняли. Нам нужны водоросли. Коллега, это же гениально. Вы просто умница. Точно. Бурые водоросли фикус и ламинария борются с целлюлитом и отеками. Зеленая водоросль спирулина поддерживает упругость и увлажняет кожу. Дополняет весь этот морской сад эфирные масла наземных растений – розмарина, апельсина и лимона, дабы активировать процессы обновления кожи. А еще, юные исследователи, не забудьте про линию волос. В основу их можно взять облепиху, крапиву, смородину и, конечно же, березу. Для своих разработок вам нужна научно-исследовательская лаборатория, а лучше две, и завод самым современным оборудованием. Товарищи ученые, эти образцы должны быть немедленно доставлены в нашу лабораторию для дальнейших исследований. А я разработаю эффективную и стабильную рецептуру. А вы накрывайте на стол, будем отмечать. Наконец-то! Ну, в смысле, наконец-то мы сделали великое открытие. Вперед!